Уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 2 миллионов рублей. На одного из предпринимателей Якутска возбуждено уголовное дело. Как полагает следствие, женщина осуществляла реализацию продуктов питания в закрытые медицинские учреждения 5 районов республики и города Якутска. При этом предприниматель не указала в соответствующих документах виды деятельности, которые подлежали льготной системе налогообложения. За проверенный сотрудниками налогового органа период с января 2012 по декабрь 2014 годов предприниматель уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 2 миллионов 300 тысяч рублей. При этом доля неуплаченных налогов составила 99,5%, что является крупным размером. В настоящее время расследование продолжается, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.